Получил и расписался. Так о своей посылке из дома космонавт Олег Новицкий сможет сказать только через полтора месяца. Но собирают ее на Земле уже сейчас. Космическая логистика, которая не считается с календарем, а подчиняется графикам загрузки и запуска грузового корабля «Прогресс». В нынешнем полете этот почтальон на МКС будет редким гостем. Я уже так шучу, что первый полет 143 суток, 3 посылки. Второй полет 196 суток, 2 посылки. Третий полет 191 сутки, 1 посылка. Следуя этой логике, если будет четвертый полет, посылок не будет вообще. За полгода 5 килограмм всего. То есть, вот, знаете, вот хочется собрать все, что ему хочется, все, что мне хочется туда положить, как-то порадовать. Ну, не знаю, как получится. Ну, мало, конечно, хотелось бы больше. Вот и приходится родственникам космонавтов применять чудеса изобретательности, чтобы сделать этот 5-килограммовый привет из дома весомее. Если соусы, то в легких упаковках. Колбаса и мясо кажутся высушенные до отсутствия гравитации. Белорусские вкусы, сушеная клюква и наш березовый сок. Все в посылке с большими сроками годности, не менее 30 суток с момента доставки на МКС и не требующие хранения в холодильнике. Здесь же и подарки мужу и отцу ко дню рождения. На борту МКС Олег Новицкий встретит свой 50-летний юбилей. Рисунки дочери Риты, воздушные шарики, видеопривет от друзей семьи братьев Запашных и даже картина от их питомца, обезьяны Микки. Есть у нас один коллега, которого ты сейчас увидишь в кадре, который тоже присоединяется к нашему земному. Привет у тебя. Он человеку, который находится в космосе, передает вот такой вот художественный привет. Но самое главное в космических посылках, конечно, приветы из дома. Из Беларуси, от мамы, сестры, племянника и племянницы. Юлия Новицкая в этот раз отдала пару граммов по-настоящему золотого веса и журналистам ОНТ. Впервые и мы отправляем письма в космос. Это мы подписали от телеканала ОНТ. Угу. Вот, ему с днем рождения. А это мы дарим от себя. Это Максим Богданович. На белорусском, мне кажется, ему будет приятно. Спасибо большое. Строками Богдановича, что все разом, летим дозор, мы написали Олегу Новицкому еще о том, что по прилете ждем его в эфире. Такая перспективность. Ведь все семьи космонавтов в ожидании живут исключительно будущим. Вот и Юля, отправляя письма Олегу, как будто сама пролетела на машине времени. Я так посчитала. На одном конверте написала «Открыть 9 июля», «9 августа», «9 сентября». 9 октября. Обычно бывает, знаете, как говорят, там, вся жизнь пронеслась за минуту, прошлая жизнь, да? А у меня почему-то пронеслась будущая жизнь. Это у меня впервые такое было. Сейчас то, что собрано для Олега Новицкого, тоже отправлено на предполетную подготовку. Добро должны дать звездные врачи. А для «Прогресса» МС-17 сегодня начинаются плановые испытания, чтобы все приветы из дома большому космосу грузовик доставил ровно в срок. Пуск ракеты-носителя «Союз-2-1А» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс» МС-17 намечен на 30 июня с космодрома Байконур. А пока мы все можем посмотреть на МКС невооруженным глазом. Траектория полета станции сейчас как раз проходит над нашими широтами. Например, 14 и 16 мая над Беларусью МКС с Олегом Новицким на борту пролетит 5 раз за сутки. Светлана Корульская, Светлана Чебдарь, наши новости, Москва.